На этой тихой улице в Мадриде, в Испании, можно услышать притягательные звуки богослужения. Звуки исходят из этого здания, где собирается церковь адвентистов Алкала де Инарес. Сегодня особенная суббота. Некоторые члены церкви пришли пораньше, чтобы украсить сцену. Они готовятся к особенной программе, на которой они будут поздравлять женщин этой общины. Немного сложно представить, что в таком небольшом помещении соберется сотни людей. Но вот уже скоро начнется программа, и один за другим приходят люди. Не успеваешь оглянуться, как все места заняты, поэтому некоторым членам церкви приходится стоять в конце зала. Вначале, 5 лет назад, в этой церкви собирались лишь 3 семьи, а сейчас около сотни людей приходят сюда каждую субботу. Прежде всего, такой рост вызван приходом большого числа молодых людей. Молодежи становится все больше. Вначале приходило только 7 молодых людей, но мы уделяли особое время молодежному служению. В прошлом году были крещены 8 членов церкви, и еще 6 приняли Христа в этом году. Для изучения Библии молодежь собирается в маленькой комнате. Во время прославления и изучения Слова Божьего невозможно не заметить их единство. Мы стараемся быть большой единой семьей. И, конечно же, мы очень благодарны, что вся церковь постоянно молится о нас. Эта группа находит различные способы, чтобы встречаться не только по субботам, но и среди недели. Благодаря этому молодые люди становятся ближе. Они не боятся говорить на личные темы и делятся надеждой на будущее. Они вместе очень весело проводят время. Они даже организовали свой молодежный хор. Но несмотря на то, что церковь бесконечно рада молодым людям, она столкнулась с некоторыми проблемами. У нас есть финансовые сложности, так как почти наполовину наша церковь состоит из молодежи, а это люди, не имеющие дохода. У нас не хватает средств, чтобы арендовать помещение для служения. Эта группа молится о том, чтобы Бог открыл свой план для этой общины. Они хотят расти и дальше. И без сомнений, молодежь в церкви играет важную роль. Оливер, молодежный лидер, очень вдохновлен опытом общения с этими молодыми людьми. Мое сердце ликует, когда я вижу всех этих молодых людей, направляющихся в церковь. Иногда мы собираемся по пятницам, и если можем, то остаемся до позднего вечера. В субботу мы идем в церковь и проводим там целый день, наслаждаясь совместным субботним богослужением. Видя это, я становлюсь счастливее и тоже духовно возрастаю. Пожалуйста, молитесь за церковь Алкала де Инарес, чтобы они и дальше могли достигать сердец молодых людей и служить каждому в их общине.